Друзья, хочу порекомендовать вам отличный канал. Это тоже наш друг-товарищ из Луганска. Он тоже смотрит наши видео. И он также ведет свой блог, свой канал. Тоже развивается, двигается. В общем, отличный канал, отличные видео. Вполне возможно, здесь много есть того, что я не снимал. Ну, может, еще с другой стороны показано, интересно. Так что, я думаю, вам будет интересно посмотреть. У него тоже очень много видео. Плюс у него также присутствует видео о путешествиях его по всему миру, друзья. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии ему тоже. Друзья, всем привет из Луганска. У нас вечер, 7 января, Рождество. Новогодние праздники продолжаются. Правда, здесь в Луганске они немножечко у нас прерывались. Ну, теперь опять у нас выходные дни. Народ вывалил на площадь. Погода более-менее нормализовалась. Правда, видите, весь снег у нас растаял. Ну и вот за три дня еще и немножко подсохло. Правда, сейчас начинает подмораживать. Завтра вроде, друзья, у нас будет, по-моему, до минус 7 днем. Ну, ясная солнечная погода. Ну, льда и снега уже больше по части нету, растаял, поэтому неплохо. Лучше уж такая погода, чем, друзья, то, что тут было гололед пару дней назад. Ну да, три дня назад был тут и дождь, и гололед. Ну, ужасная погода. Очень много детей катаются. Сейчас тут появились даже вон какие-то веломашинки. Ну, народа много вывалило, да. Это уже будет, друзья, третье видео за сегодня. Надеюсь, вы посмотрели, как у нас служба в церкви проходила и как потом концерт был. Ну, а теперь у нас вот вечером развлечения. Ну, детишки, конечно, вон все, кто на веломашинках, кто на электромашинках катаются по площади. Ну, в принципе, много людей гуляют. Ветерок только не очень приятный и начинает подмораживать. Возле елочки музыка играет, ну и елочка переливается всеми цветами. Ну, мы сегодня с вами сильно тут гулять не будем, тут пройдемся по площади. О, сегодня опять и паровозик ездит. Неоном, конечно, он засвечивает очень сильно. Детей очень много. Ну, ветер, друзья, сегодня, потому что погода меняется. Вон, видите, луну даже сегодня видно. Ну, растущая, серп. Сегодня и продавцы с новогодними всякими вот этими игрушками, поделками тоже все вывалили. У них, гляньте, как все мигает, переливается. Сейчас вот это пошла эта тема на светодиоды. Просто пипец. Ну, сто классно, красиво. Сейчас пойдем наверх, поднимемся. Да, сегодня, наверное, в связи с такой погодой, самое здесь востребованное, это теплая еда и кофе, чай. Да, плохо микрофон я, друзья, не взял. А шумоподавления или другой какой-то защиты у телефона нету от ветра.
да, вон, видите, очередь. За пирожками и шаурмой вон. Вот здесь вкусный. С машины кофеек продают, чаек. Капучино, макачино и так далее. Вертушки вот это прикольные. Кидают воздух, они светятся. Ну да, сегодня людей много. Вчера, ну вчера, может, тоже были люди. Но видите, я вчера поздно с вами пошел. 10 часов аж. Ну, кстати, пришел я, друзья, к заключению, что, посмотрев все обзоры, лучше всего ночью снимают телефоны почему-то. Не, ну или какие-нибудь профессиональные камеры. Посмотрел тоже за поляризацию. Сложно там все это дело. Да, даже такая погода ветреная. Народ не распугивает. Ну, ветер не сказать, чтобы прям такой очень сильный, но неприятный. О! Здесь возле шара все фотографируются. Кстати, такой же шар в Каменске-Шахтинском тоже возле елки. Ну, там, конечно, елочка попроще. Ну, зато в Ростове там смотрел такие классные места тоже. Ну, Ростов, друзья, миллионник. А у нас плюс еще война и все такое. Да, на Ленина тоже уже он лед расставил, только вот в той части еще немножко остался. Завтра мороз, завтра, не знаю, наверное, никуда не поедем. У меня там есть еще отснятое, я вам выложу. А вот на следующей неделе вроде, или завтра, что у нас, суббота, вроде в воскресенье будет тепло, и в понедельник, может, не знаю, на велосипеде куда-нибудь съездим, посмотрим туда, на Руднево, плюс сельхозинститут. Ну, пока у нас Рождество, друзья, продолжается. Ну да, сегодня людей побольше. Ну, конечно, больше всего людей было на открытие елки, ну и концерт был, понятно. Конечно, если бы сейчас здесь бы тоже концерт какой-то устроили, наверное, людей бы было много. Ну, честно говоря, не знаю, что наши власти не организовали какой-нибудь концерт вот в эти новогодние праздники. В принципе, людей бы было много. А у нас, в принципе, по-моему, никогда на Новый год особо праздничных концертов не было. Когда вот свистит паровозик, ездит, чтобы люди расходились. Так что, друзья, такие делишки. У нас тоже народ фотографируется. Кто-то он горючее принес. Сейчас будут банкет продолжать на елке. Друзья, а как в ваших регионах празднуют Новый год и Рождество? Ходите ли вы тоже куда-нибудь на елку? Фотографируетесь где-то? Кстати, друзья, если вы что-нибудь снимали на Новый год или еще что-нибудь, ну, какое-нибудь интересное, можем, кстати, с вами сделать какой-нибудь совместный ролик по празднованию Нового года в разных частях мира. Есть такое предложение. Если интересно, напишите. Ну, главное, чтобы у вас был какой-то материал, чтобы можно было его шить, озвучить. Ну и потом выложить. Ну да, народ гуляет. Вон Дед Мороз на елке пошел. Тоже много он людей, как всегда, в тире. И рядом тоже там какие-то или шарики. Сейчас давайте, может, ближе подойдем, посмотрим. Я туда еще не подходил. Здесь вот тоже тир.
из чего здесь стреляют. Ух ты, здесь друзья с арбалета стреляют. Ух ты, стрелы, арбалет, что-то такое. Здесь сладкая вата сидит, скучает. Здесь тир. Здесь электронный. Автоматы на проводах. А здесь кидают шарики. Здесь кидают шарики и дают вон конфетки и игрушки плюшевые можно выбивать. Здесь тоже электронный тир с Калашникова. А здесь паровозик. У нас бывали времена, когда здесь много прям аттракционов было. Ну, такие для детей, конечно, примитивные. Но что-то последнее время, то ли за коронавируса, то ли, не знаю. Ну, что-то как-то мало этих всяких аттракционов. Кстати, интересно, там за ватой никого нету, а здесь прямо очередь, сладкую вату. Да, я тоже в детстве любил. И попкорн. Вон вату крутят. Вон загон с автомобилями. Наверное, здесь подзаряжают. Ну, сейчас мороз не сильно большой, поэтому аккумуляторы, наверное, более-менее нормально работают. Здесь целый прямо детский автодром. Так, ну что, друзья, наверное, будем заканчивать наше небольшое вечернее видео. Празднования у нас продолжаются. Репортаж был в то же время с того же места. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте, как вы встречали Новый год, что у вас там интересного было. Давайте, друзья, всем крепкого здоровья, до будущих видео, пока-пока.